Пока погода позволяет, муравленковцы все больше времени проводят на свежем воздухе. Это не только тренировки на стадионе и пешие прогулки. В рамках региональной акции «Кино под открытым небом» сегодня все желающие смогли посетить летний кинотеатр. Его развернули на площади Дома культуры Украины. Здесь показали кинокартину «Валерий Чкалов». Посмотреть фильм 41-го года режиссера Михаила Колотозова пришли не только взрослые, но и дети. Это история о первом летчике, который пересек Северный полюс и приземлился в Америке. Его жизнь – вдохновляющий пример для многих поколений. Съемки картины закончились во время Великой Отечественной войны. Сам фильм получился очень трогательным и живым. Сцены из семейной жизни сделали Валерия Чкалова близким и понятным миллионам советских граждан. Молодежь и сегодня с интересом посмотрела советскую картину. Это очень круто, что в одном месте могут собраться подростки разных возрастов. Здорово провести время и, самое главное, с пользой. Это память, это надо знать, это нужно передавать в поколение, это нельзя забывать. Поэтому это необходимо. Действительно, это прям очень интересный формат такого вот показа кино. Я первый раз, на самом деле, вот так вот смотрю. Ну и детям стоит постоянно смотреть такие фильмы, не забывать.